вам пришел Дед Мороз, из леса елочку принес. Очень много в мешке подарков. Накануне новогодних праздников одинцовские единороссы, представители общественной палаты и администрации муниципалитета отправились в гости к ветеранам Великой Отечественной войны с елками, подарками и добрыми пожеланиями. Тронут таким вниманием к ветеранам Великой Отечественной войны со стороны администрации, со стороны общественности, со стороны вообще жителей Одинцовского района. И от всей души тоже поздравляю всех с этим замечательным традиционным праздником. Желаю вам самое главное крепкого здоровья, долгих лет жизни. Затем навестили участников войны Галину Николаевну Шаюк и Николая Иосифовича Орлова. В преддверии волшебного праздника важно уделить внимание старшему поколению и поблагодарить их, уверены активисты. Решили поздравить наших доблестных ветеранов с наступающим Новым годом, вручить им подарки новогодние, живые елочки, пожелать им всего самого хорошего, прекрасного, счастья, удачи. Создать праздничную атмосферу получилось. В течение всего года общественники находятся в ежедневном контакте с ветеранами и оказывают им всестороннюю поддержку. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».